Ну что ж, а сейчас мы поиграем в игру Letis или Letis, не знаю, Path of Progress. Вот, это, насколько я могу судить, градостроительная игра в стимпанковском сеттинге. Вот. Отлично. Я даже думаю в туториал поиграть. Ничего себе, это очень на тебя не похоже. Discover the basic gameplay. Ну, ознакомьтесь с базовыми геймплейными элементами. И в 5 миссиях. Которые подготовят вас к главной кампании. Ну давай. Ой, боже мой. Просто плей сразу. Так, задача достигнуть 200, показателя 200 рабочих в домах третьего уровня. Почему бы нет? И совет, чтобы... Чтобы? Я не успела прочитать. И вот мы здесь. Так, we're going to build. Ну, короче, понятно, это просто приветствие. Ты играешь за черную женщину? Нет, я думаю, что она моя советник. Я думаю, что да, она просто мой советник. Так, housing. А, я почти забыла. Так, так, так. Can construct. О, multiple houses. А как? А, просто перетаскиванием можно. Multiple как houses. В Клеопатре. Как в Клеопатре? Multiple houses с перетаскиванием. Там зажимаешь и тащишь. А ты играла, да? Я просто не играл. В Клеопатру-то, да. Мне прям нравилось. А я не помню даже. Я в какую-то такую играл там что-то. Но это было давно и неправда. О, смотри, какой люк прикольный. Ага. Это конец карты, говорят мне. Да что окей, вы? А чё, на что нажать, чтобы... А. А, right-click. Все, внизу ж написано. Господи. Так, задача моя стоит в том, чтобы подготовить фундаменты для домиков. Так. Я думаю, что вот, вот так это надо сделать. Угу. За 400 монетков мне сейчас начнут строить домики. Смотри, прибежали. Я хотела сказать, да. 2 рыжих человека, но их тут больше. Их гораздо больше. Думаю, и они что... не только рыжие. Да, на домик по человечку. Я полагаю, что на домик по человечку. И причем смотри, это смотри, палаточный смотри. Городок. Что клево, да? Они а, разные, это не да? домики. Это да, это мы строим палаточный городок для начала, а потом их можно апать. Так, прибыли первые поселенцы. Разве они не неотразимые? Так, но мы же не позволим им жить в таких халупах. Так. Чтобы проапгрейдить дом, нужно удовлетворить требования. Постройте колодец. Ну точно, Клеопатра. Да. Там можно тоже быть. Постройте колодец, потом этот самый, как он там, не акведук, а какой-то этот. Мне показывают. Ага, в колодец будут таскать воду из водоема близлежащего. Да. Отлично. Колодец я построю вот здесь. Так. Это сервисное здание. Inner important things. Distributor doesn't know the road number of the box. Чё? То есть тут вот именно что, как бы вот эти вот путевые камни, они как-то... Господи, как сложно. То есть путевые камни, при помощи них я могу определять маршруты. Как-то мне кажется, это... Окей. Как-то мне кажется, это окей. Так, ой, теперь они сейчас, нужно... видишь, они сейчас блокируют, по-моему, подход да, к колодцу. Да, да, да. Я и говорю, что теперь мне нужно, судя по всему, родблок. Так. А как мне его убрать? Так, давай посмотрим. А, вот. Дороги. Это блокиратор. А как мне убрать блокиратор? Непонятно. Ну, не дочитали мы. Да. А, подожди, может его снести тупо надо? О, всё, снес. Отлично. Отлично, так. И вот это второй тоже снесем. Нафиг. Никаких блокировок. Никаких ограничений. Да, вообще никаких ограничений. Так, интересно, этого чувачка можно выбрать? О! Это носильщик воды. Да, водонос. Водонос, ну. Клево, прям такая картинка с водоносом такая. Как интересно, если тут что-нибудь выбрать. 3 резидента. Необходим доступ к колодцу. Ну, я вроде как занят сейчас этим. Так, 6 работников из 6.
Че, я вижу только одного. Окей. А почему мне говорят о том, что... А, во! Больше еды теперь. То есть доступ к колодцу есть, и домик сам левелапнулся до второго уровня. И теперь в нем могут жить шестеро, точнее уже живут. То есть теперь это не палаточный городок, а постепенно, постепенно это становится трейлерным парком. Трейлерным. Скоро заселятся реднеки. Такие, короче, и начнут там барагозить. Так, можно еще ускорять. Ну-ка давай ускорим. В 5 раз я ускорил только что происходящее. Так, у нас идет преобразование. Преобразование идет потихоньку. Мне кажется, ну, окей. Можно больше колодцев построить, чтобы. И дорожку построить, чтобы. Думаешь, прям больше колодцев? Слушай, ну давай попробуем. И дорожку добавим вот сюда. Да-да-да. Вот прям такую прямую дорожку. Так вот. Построим еще колодец. Ну, прям здесь, что, почему нет? Так. Должны прийти какие-то работники, наверное, к этому колодцу. Да, вот появился работник. Действительно, он даже будет таскать. Оператор колодца. Оператор колодца, точно. Ого. Что за кнопка такая страшная? Ё-моё, что я сделал? Нафиг. Не-не-не, это плохая кнопка. Так, это кнопка со статистикой, но она не работает пока. Хорошо. Еду я пока делать не могу, просто я смотрю, что у меня как бы вот эти ребята, да, они просят еду. Но насколько я понимаю, мне сейчас нужно добиться того, что у меня там вот эти домики улучшатся. Вот, вот что мне нужно. О, смотри, дамы пришли. Угу. Во. С мигрант. Детьми. С детьми. Причем они реально идут с детьми. Ты погляди, они реально детей тащат. В одной руке чемодан, во второй дитё сопливое. Так, давай ускорим. Судя по всему, мне нужно сейчас просто добиться того, что чтобы у меня там энное количество домов. Точнее, нет, скорее всего, даже это будет какое-то количество именно поселенцев, мне кажется. Там, может быть, на 100 поселенцев мне откроют... А есть откроют... какой-то журнал заданий или вроде того? Вот, уже, видишь, storage and food, то есть хранение, ну, как бы складские хранилище, помещения и еда. Да. Хранилище и еда. Так... Some food, some build, some fisheries. Ага, понятно. Рыболовство. Рыболовню нужно построить. Так, фишери. Ну, я, видимо, на берегу. Во, вот так. Да, вот. Ну вот я смотрю, как бы тут получше разместить плюс все это. Ну, видимо, пирсом к воде и. Ну, я-то просто. Ну вот, в принципе. Ну ладно, я лучше как-нибудь здесь тогда и размещу все это. Хозяйство. Прелестно. Где-то прелестно. Рядом, да? Так, теперь мы должны хранить. Постройте хранилище. Угу. Ну, здесь, наверное, построим. Вот здесь вот. Да, уголочки. Чтобы далеко не таскать. Да. О, какое. Да, прекрасно исполнено. И еще нужен рынок. На котором рыба будет продаваться. Магазинчик, да, так. Ну, это делаем. Точняк, Клеопатра, там точно так же все похоже, было. Похоже, да? А, ну, во, кто-то вот еще это... Цезаря третьего вспоминает. Вот я играл, по-моему, в Цезаря. Я в Цезаре не играла, я играла в Клеопатру, там прям вот один в один эта штука была. Угу. Не, ну это неплохо, я считаю. Почему ну, нет? Да, это неплохо. Так, а в магазин же будут людишки ходить, поэтому давайте кому-то да. Здесь построим. Поближе к людям. На перекрестке. Магазинчик такой. Назовем его перекресток. Да, магазин шаговой доступности, назовем его. Ё-моё, ты прикинь, тут можно прям экономикой магазина как-то управлять. Да-да-да. Нет, тут просто... Ну да, там есть такое, что... Ну, как там, видимо, будут приходить торговцы, там что-то можно будет продавать, что-то можно будет закупать. А-а-а. То есть какие-то товары придержать. Фига себе. О, смотри. Они с громадного гарпуна, короче, прям с пирсика фигачат рыбин. А потом так разделывают. Это же стимпанк. Здоровенных рыбин потом разделывают. Представляешь? Жесть какая. О, а вот хранилище. Такое. Заполняется едой. Ну, смотри, кто. Так, домики у меня пока в основном, я так понимаю, второго уровня уже. Да, уже второго уровня. Для третьего им нужна как раз еда. Еда. Да.
Я думаю, что нужно построить второй магазин шаговой доступности. Построить его вот здесь. Отлично. Отличненько. Your city needs more workers. Build additional houses. Давай построим additional houses. Так, еще один район тогда. Сюда. Дорожку, конечно же. Ко всему этому делу проведем. И думаю, что не нужно. Смотри, там сразу какие модные дома. Да. Так, maintenance, содержание. А, шокирует. А, фишери коллапсит, прикинь. Сломался. Да. Это все моя вина, я тебя не информировал ранее. Так. Угу. Здания имеют шанс сломаться. Maintenance service. Build maintenance service. То есть служба обслуживания. Служба обслуживания, да. Служба обслуживания. Ну, грубо говоря, архитектор. Да. И да, maintenance. Строим maintenance здесь, наверное. Хотя нет, я построил здесь. Так, и восстановим фишери, конечно. Вы победили. Ну вот. Не дали. Нет, можно же законтинюить. Нет, там нельзя, там не активно. Нельзя. Это как стандартная менюшка. Но... Continue. Следующая миссия. Я напоминаю, что их будет 5. А вот на Анну, кстати, не очень похожа. Анна, она больше такая, прям в строительство. Вот, а здесь. Как бы не только про строительство, но еще про экономические прям цепочки. Анна там не про экономические цепочки. Так. Какой прекрасный воздух. Птички поют. Короче, фермерство. Постройте ферму, говорят мне. Я так понимаю, что также зависит от земли. Как, насколько эффективна будет ферма. Что будем делать? Вот жаль, что, знаешь, не показывают. Вот как бы... Я такой навожу, и нифига. А, нет. Потата фарм. Так, это что такое? Wheat фарм, барли фарм и pumpkin фарм. Ну, потату, конечно. Конечно, потату. Ну, видимо, она на коричневых участках. Да, да, конечно, коричневых. Ну, можно, в принципе, здесь прям забэбэхать. Можно здесь забэбэхать. В поблизости прям. Я даже забэбэхаю. Вот, потата фарм первый. Слушай, какая у меня задача? Я только что подумал. Реально. Так, рестарт, кьют, ретерн. Окей. Это должен быть журнал. Objectives. Workers house. Ну, то есть до третьего уровня нужно поднять 12 зданий. Вот, вот и все. Так... Ну, хорошо. Ну, суть в том, что... Они не могут пройти на ферму, нужно убрать камень. Ну, там вот около колодца. Ой, точно. Вечно я про эти камни забываю. Так. А, окей, ну, на самом деле, даже по-хорошему бы еще вот этот камень убрать. Странно, зачем они их вообще ставят, я не понимаю. Блин, я понимаю, что с помощью этих камней я могу... Ну, вот чтобы вот они вот не ходили вот так вот, не знамо куда. Ага. Чтоб времени зря не теряли. Короче, на самом деле это костыль из-за того, что они не смогли нормальный пафандинг запилить. Я так понимаю. Ну да, конечно, прошу прощения, я никого не хотел оскорбить, но мне кажется, что дело обстоит именно так. Так. Значит, хорошо. Водой мы снабжаем. Ну, нам, видимо, тоже нужно хранилище и магазин. Да, я, во-первых, хочу поставить второй колодец. Во-вторых, да, действительно поставить хранилище. Вот оно. Так, хранилище, я думаю, мы поставим где-нибудь вот здесь. А магазины поставим два вот здесь. Вот. Ну хорошо, сначала один магазин. Не буду жадничать, поставлю один магазин аккуратненько. Вот тут. Так, вот тут у нас будут еще дополнительные фермы. Я, наверное, даже сразу их запилю парочку. Так, сюда. Продолжим дорогу.
точно. И еще пару ферм. Так. Все. Отличные фермерские угодья. Постройте больше домиков, говорят мне. И я удовлетворю их желание видеть больше домиков. Так, дорожку. Вообще мне нравятся такие игры. Марина тоже играла в Клеопатру. Ну, а кому же не нравится? Да. Ну, это такие игры, которые вот, я не знаю, я, честно говоря, я никого не хочу как бы обидеть или в чем-то упрекнуть, но мне кажется, в такие игры интереснее играть, чем смотреть. Потому что, ну вот, ну что тут смотреть? Я такой буду сидеть, допустим, и разбираться во всем этом. Что-то там делать такое, знаешь, медитативно. Мне прикольно, но смотреть на это кому будет интересно, я не знаю. И знаешь, так если бы мы сейчас были в фильме, то может, я должен был бы посмотреть в камеру. Может, найдутся такие любители. Такой, после фразы «Кто будет это смотреть?», я должен был бы посмотреть в камеру. Такой, если бы мы были в фильме сейчас. Mm-hmm. Так. А, надо ускориться, я считаю. Интересно, а вот, заполняясь картохой, оно будет выглядеть иначе, потому что там-то прям рыбины были. О, смотри, реально картоха. Это клёво. Да. В магазин везут картоху, и там прям сразу такое здоровое оживление. Он торгует какими-то волшебными эликсирами традиционно, потому что это же наверняка волшебный эликсир Симпсон и сын. Вот это вот. Одежда какая-то. Слушай, а одного на самом деле магазина, как я вижу, вполне хватает, потому что склад, он как бы, ну, не переполняется. То есть он содержит, да, в себе все это. Service buildings. Так. Citizen have access to food. О, service buildings. А что это за такие? А, прачечная. Прачечная. Слушай-ка. Ну-ка, давай-ка построим прачечную. Где у нас тут прачечная? Прачечная. Вот она, прачечная. Ну и я хочу вот так же на перекрестке. А-а-а! Склад погорел. Надо больше архитекторов, видимо. Да. Appel. Что за appel? Presence of certain buildings have strong negative. То есть здания могут оказывать негативный эффект. Да. Так. Построим заново склад здесь. Ага, вот так вот даже, да? То есть пока тут развалины, я даже еще и построить не могу. Хорошо. И maintenance еще один тогда построим. Надо расчистить, чтобы потом. Кстати, вопрос, как расчистить? Скорее всего, вот этой штукой. Угу. За денежку. Ну, maintenance я построил. Тут такой мужчина-сварщик. Мне, кстати, очень нравятся картинки тут эти вот. Все. О, смотри. Едет. Mm-hmm. Это прачечник, мне кажется. Прачечник. Или не знаю, как это вообще назвать. Жаль, что нельзя выбрать. О, можно. Вендор. Это торговец. Это камевайжор. Короче, ездит. Так. Ну, это водонос, мы знаем. Прачка. Смотрите, прачки. О, прачка. Хорошо, не прачка. Так, а фермер? Это я именно про ферму смотрю. Так. Вроде бы всего хватает. А вот это кто такой? О, механик. Ты погляди, а? Вот этот механик, так механик. Да, всем механикам механик. Суровая женщина. Так, ладно, ну, в остальном вроде все норм. А, вот мне про что говорили, типа, украшай, короче. Мне говорили, да. Украшай. Для удовольствия. Да. Ну, я пока да, не... Да, им нравится, когда красивенькая. Не буду пока украшать, пусть ничего, нефиг баловать. Ускорим. Посмотрим, что... Ух ты, если смотри, вокруг смотри, красота, то дом, как бы, улучшается. А с этим деревом что-то происходит. Что там, белка бегает, да, по дереву? Да, там белочка. Клёво. И лисичка бегает в лесу. Лисичка-сестричка и белочка. Дурью маются. Так, 10 из 16, кстати.
уже домов. Что такое? Что такое? Что творится? Что такое? Поуходили. Ну, не нравится. Алкоголь. Так, бухашечком. Чем мы построим? А там можно на уходящих посмотреть и, то есть, кликнуть, и они тебе скажут, почему они уходят. Слушай, на самом деле, вот они как будто уходят, то приходят, что ты их не поймешь нифига. И у меня объектив другой уже. Inhabitants in workers house at 5. Не, у меня на самом деле домов-то. Вот они такие раз и снова уходят. Что такое? Они, может, на сезонные работы какие-то пошли? Нет. Потому что они то уходят, то возвращаются. Они вообще уходят. Я же говорю, они уходят, ты кликни, что им не нравится. Хорошо, окей. Да. В следующий раз. Так, ладно. Тем временем мне тут бухашку разрешили варить. А, варихаус, вот. А что за варихаус такой? Ну, это, видимо... Я вот думаю, где бы его воткнуть. Ну, а давайте сюда. Что делает варихаус? Так. Ресурсы. Ну тут как-то хранятся ресурсы, что ли? Гренери. Так. Ну, вот смотри, это хранилище ресурсов. Хранилище. То есть там для еды вот это. Да. А это для ресурсов. А это для вот именно торговцев, которые приезжают в твой город. Точно. Ты вот с этих площадок можешь торговать с торговцами. То есть там выставляются какие-то товары, и торговец приходит и обменивает или покупает. Чё себе, как все сложно. Так, inhabitants in workers house. И как мне этого достигнуть, интересно? Environment's pretty enough. Resident need more alcohol. А, мне нужно купить алкоголя. Я так понимаю. Да. Певчанский есть. Чё ещё есть? Copper. Medical herbs. Ну, он, видимо, только пиво. Absent. Так. Steam. Вон они уходят опять, уходят. Тихо. Стопы, ребята. Так, в чем проблема? Не нажимай. Нет. Меня. Попробуй так поймать. О. Without a place to live, this person. Ну это как бы уже homeless. Okay. Это уже, то есть все-таки на домике. Все-таки на домике пишут. Ну я думаю, что дело в алкоголе. Им просто нужна бухашка. Ну там же написано the environment что-то там. Нет, environment типа норм вроде как. Нет, the environment. А, isn't pretty enough. Все, да, хорошо, понял. Им намек все-таки понял. Украшательство. Намек понял. Так поставили. Ты вот поставь, у тебя там есть зеленый газон между рядами этих самых. Ну вот здесь вот. Да, я понял. Так, мы сейчас наставим что-нибудь такого маленького. Ага, маленького наставил, ага. Вот. Отлично. О, опа! Смотри, как ты сразу. Ты погляди, что они умеют, а? Окей, тогда я вот так вот сделаю. Слушай. Ничего себе. Мне нравится, кстати, как свинка. Вот ты знаешь, это на самом деле клево, то, что вот оно так сразу обозначается. То есть я сразу вижу влияние зеленых насаждений, положительное. Так, я сейчас тогда еще вот тут вот запилю. Так, оп. Отлично. Вообще считаю отлично. Так, и сюда еще. Прекрасно. Слушай, ну хорошо, environment уже норм. Все, теперь нужен алкоголь. Сколько бы купить алкоголя? Ты смотри, get, допустим. Да. Stock order, stock max. Нажать, нет, может. А он у торговцев будет закупать. Ну, то есть будет автомат. Сам, да. А кип, что такое?
Кипы-то хранить, то есть покупать и хранить, то есть не продавать никуда. Запасать, вот это слово, запасать. Ну да, да. Не, я просто думал, что, может быть, это работает, знаешь, как, типа, я выбираю там после этого сколько, и мне там стараются, типа, всегда держать запас там из стальки-то. Ну, вот как. Угу. Ну, короче, ты поняла, наверное, что. Да-да-да. Надеюсь. Ну, я поняла. Так, давай ускоримся. Посмотрим, будет ли приходить алкоголь. Пока что-то не приходит. Билдинг же коллапс. Какой билдинг? Чего не хватает? Непонятно. А, во, домик. Домик сколлапсировал. Ага. Так. Надо расчистить там. Да, я понимаю. Просто я смотрю такой, как бы. Пытаюсь прикинуть. Я пытаюсь просто понять, как это сделать вообще. Как правильно распорядиться вот этим алкоголем. Works perfectly, ну это, конечно, круто. Нет. Что-то делаю не так. Refuse. Get keep. Accept. Я не понимаю, как заполучить алкоголь? Аббатство? Может, они производят пиво-то? Думаешь? Ну да, вполне вероятно. Сейчас мы вот здесь вот основу аббатства. Ну, в лесах. Реально? Отлично. Стоп, но они используют пиво... они используют картоху и получают из нее пиво. Ботву. Картофельную. Да, картофельную ботву. Все. У меня этого добра как раз в достатке. Он даже это. Ты можешь излишки картохи продавать, или ты можешь закрыть одну ферму картофельную. Пока не будем. Пока отключить, в смысле. Пока не будем. Пока все норм. Вот когда будет какой-нибудь кризис перепроизводства, тогда задумаемся, а пока все норм. Так, снова ускоряемся. То есть, хорошо, то есть здесь на самом деле везде accept. Это именно склады. Да, то есть accept это просто склады. Как бы, да, хранить здесь, грубо говоря. А тут то же самое, вот там, хранить картоху. Ага, ну я... Барли. Стоп, подождите-ка. Так мне, походу, не из чего делать. Нет, вон, подожди, почему? Не-не, это просто анимация. А, окей, другую ферму, да. У меня теперь можно делать Barley Farm. Так ты он бы заменил там одну ферму с картохой, убрал вместо нее эту, да, поставил. Да, я вот эту прям заменить сейчас на самом деле. Так, мы сейчас поставим сюда Barley Farm. Все, пошел Barley. Интересно, они будут Barley сразу сюда таскать? Или сначала будут таскать на тот склад? Это хороший вопрос. Скоро узнаем. Так, ну я на всякий случай, на самом деле, там тоже, короче, такой заменю одну ферму. Потому что картохи-то у меня в достатке. Так. Так, отлично, Barley Farm есть. Смотрим. О, что-то производят уже, смотри. То есть, видимо, либо быстро оттащили, либо все-таки тащат напрямую с фермы. И тут вот мы уже видим, да, что ячейки начали заполняться. Певцом. Да. Сколько тут уже певца? 300 певца, между прочим. А когда мне кажется, надо второй магазин открывать. Дойдет до адресатов. Магазин пива, да? Пивничок. Откроем пивничок.